Ну а спасенные из зоны боевых действий в Ираке четверо казахстанцев вернулись домой. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Ануар Жайнаков. По его словам, все они доставлены на родину при содействии российской стороны. Среди них женщина 85-го года рождения и трое ее несовершеннолетних детей. Еще трое детей, граждане Казахстана и их мать, гражданка России, доставлены в Грозный. Там сейчас они и находятся, сообщает глава пресс-службы МИДа. Обе семьи являются жителями города Актау. Другие наши граждане находятся по-прежнему в Ираке. В настоящее время консул посольства Казахстана в Иордании и Ираке по совместительству решает на месте вопрос об их эвакуации на родину. Наша задача, задача Министерства иностранных дел, вывести наших граждан, детей прежде всего, на родину и обеспечить их безопасность.